Приветствую вас. Вы знаете, вот я прочитал ваш вопрос, да, и не только этот вопрос, а все остальные тоже, которые вы задали. Так, в общем, ключе. А я могу сказать, что вы близости боитесь, что ли? То есть вот вы очень тревожны в контексте именно близости с людьми. А боитесь к себе подпускать, боитесь как-то вот сближаться, может быть, доверять людям излишне. То есть вот создается у меня, по крайней мере, такое впечатление, что вы очень сильно боитесь близости людей. Вот, может быть, как я сказал, боитесь довериться им, это связано с тем, что вы не доверяете себе и в глубине души хотели бы положиться на кого-то. Вот, у вас проблемы с доверием, проблемы с близостью, Вот отсюда эти трудности. Связано ли это с тем, что отец вас ушел и родители развелись? Да, возможно. Возможно, с этим связано, особенно если вы не прожили это. Если с отцом отношения до сих пор проблематичны достаточно, вот, то да, в таком случае, конечно, проблематика есть, в таком случае, конечно, вы будете чувствовать себя неловко. Мне кажется, вам свойственно стыдиться ну, определенных вещей, моментов в своей жизни, мне кажется. Мне кажется, вы можете вполне способны к этому, к тому, чтобы подавлять свои чувства, не позволять им проявлять себя, выражать себя. Вот. И такая проблематика тоже может иметь место быть у вас. Вот, в принципе, такой. А так можно ответить. А далее. Вы пишете, что у вас нестандартный вопрос. Давайте обратим на это внимание. Вы пишете, что вопрос у вас нестандартный. Но сами вы при этом вопрос не задаете. То есть вот я бы, конечно, как-то хотел бы у вас спросить, о чем вы спрашиваете, о чем вы хотите спросить у психолога. Вот. Понимаете? Потому что, ну, вы описываете ситуацию. Это понятно. Но вопрос я не нашел у вас. Вот.
Что касается возможного сексуального, скажем так, ну, подтекста, который может иметь место быть, то здесь, я думаю, требуется более подробный анализ, более подробное исследование вашей ситуации, в том числе ваше отношение к вот сексу и так далее. Ну, так вы сможете сами несколько лучше понять себя. Вот, ну да, скорее всего это реакция, скорее всего это реакция на какое-то происшествие у вас в отношениях с мамой, как какой-то вот, ну, недопонимание, вот, скорее всего, было у вас, ну, с мамой, вот. И вы до сих пор его не смогли прожить. Вот. Как это мне видится, по крайней мере. Все решаемо. Все, в принципе, можно скорректировать. Вот. Обращайтесь за помощью, если у вас будет желание, мы вам обязательно поможем. Ну, такие вопросы достаточно серьезные, не решаются через общие, ну, через такой формат. Вот. Через формат ответ-вопрос решается все-таки больше в форме индивидуальной работы. Поэтому если вы ну, действительно хотите проблематику свою убрать, вот, то лучше, конечно, к специалисту обратиться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего доброго и удачи.